Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы начинаем свою работу в прямом эфире. Сегодня в нашей студии председатель избирательной комиссии Ленинского муниципального района Александр Андреевич Цимбал. Добрый вечер, Александр Андреевич. Добрый вечер, Таня. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые избиратели, уважаемые жители района, города. Мне в очередной раз очень приятно иметь возможность с вами поговорить. Александр Андреевич, я бы начала... Сегодняшний наш разговор с того, что год подходит к концу. И как правило или к радости? Не знаю, для кого как, хорошо. наверное. Хотя я думаю, что год был трудный, в общем-то, для нашей страны. Но начался он с победной на Олимпиаде, и это, в общем-то, хорошо. И в нашем районе были изменения, правда? Да. Вот в вашей работе что было хорошего, что вам удалось? Вот Итог вашей работы хотелось бы услышать. Знаете, несколько неожиданный вопрос в том плане, что если бы знал, я бы мог подготовиться, поэтому буду спонтанно говорить, и если что-то не так, пусть аудитория меня извинит, но я, знаете, есть поговорка такая, когда не знаешь, что говорить, говори правду. Так вот я буду говорить правду. Ну, год был для работы нашей избирательной комиссии, в принципе, не ненапряженный, такой некритичный, но, тем не менее, вот эта повседневная работа, она оказалась более, наверное, сложной и более, ну, скажем так, менее эффективной. Вот со стороны, ну, с, по взгляду со стороны людей, других. Хотя нам пришлось очень много работать, не отвечая напрямую за вот такие локальные выборы августовские в двух... В наших поселениях, в городском видном и в сельском развилковской, они прошли, ну, так нервно, вот назовем. Хотя результаты, в общем-то, ну, такие бесскандальные, но все равно нервно прошли все эти. И потом следующий такой этап, который, ну, удается пока, может быть, как-то... Сглаживать это этап формирования, деформирования, разформирования, доформирования участковых избирательных комиссий. Я уже на эту тему как-то говорил. Почему-то ну, есть такой надежный костяк участковых избирательных комиссий и сами участковые избирательные комиссии у нас их 49 по району, которые стабильно работают и они ну, ответственно работают, порядочно работают, так скажем. А часть людей, которые окунулись вот в эту, по их взгляду со стороны, что там делать нечего, и когда окунулись в работу из участковых избирательных комиссий, они были ну, несколько удивлены, и очень многие написали заявление об уходе, о выходе из комиссии. И сейчас идет процесс вот от течения года практически стабильно, ежемесячно у нас кто-то уходит. А формировать мы можем только из резерва. Резерв по некоторым участкам уже ис... исчерпан. И теперь мы можем только изменять, вот это, дополнять резервы, потом сами комиссии, только в случае, когда будут проводиться какие-то выборы. Вот такой закон. Угу. Поэтому в целом могу сказать так, что у нас было время подумать о стиле нашей работы, о том, что какие у нас впереди ждут выборы во многом мы наладили хорошие контакты с нашей территориальной избирательной комиссией, которые полномочия которые когда-то были возложены на нас, но вот по такому не очень, на мой взгляд, понятному принципу с нас сняли эти полномочия с нашей комиссии и вот нас выбрали но ну, Вот она проводила часть выборов. Но так я считаю, что э, проблема вот в 2014 году у нас э, по плану должны были быть выборы главы. Вот как сложится ситуация, вопрос сложный. Ну все у вас зависит от именно, вот, правда, от ситуации. Да, в, очень во многом. А, вот каждый раз, когда проходят выборы, появляются новые избиратели, молодежь, и мы знаем прекрасно, что эта категория неактивна в настоящее время. Не знаю, как это было раньше, может быть, вы скажете, как давно вы работаете в избирательной комиссии, наверное, вам виднее. Да. А, вот. От чего это в настоящее время так? Это не очень такой сложный вопрос для ответа. Почему? Потому что всегда хочется рассчитывать на положительный результат. И вот многие попытки с нашей стороны, со стороны вот, руководителей района, различных служб помочь нам Это повысить активность молодежи в той или иной степени. Я принимаю все это, мы принимаем эту помощь реальность состояние такой, вот эта цифра порядка до 30 процентов только избирателей, которые приходят голосовать, это люди вот такого возраста, молодого, ну тоже до 30-летнего, ну максимум до 35 лет. Потом имеется такой пробел от 35 до туда ближе к 50. Почему? Это, может быть, сказываются какие-то там 90-е годы, нет? Да нет, наверное, не в этом даже дело. Просто дело в том, что они не видят смысла, к сожалению, вот на мой взгляд. Они как-то приходят равнодушно ко всему этому. У них какие-то свои проблемы жизненные, важные. Эти проблемы они ставят, определяют. Ну, человек проводит рейтинг своих задач, проблем, что решить раньше, что, как сделать. И только активисты вот среди, в этой среде молодежной, они как-то еще более-менее активно могут участвовать. Остальные просто несколько, ну скажем, спокойно. А тогда, когда уже приходит де-факто какое-то случилось, случились обстоятельства в жизни или еще что-то, и человек вынужден обращаться, вот этот молодой человек, вынужден обращаться за какими-то, за решением проблем, в оказании помощи в решении проблем, он сталкивается с непониманием своим его. Так вот, я неоднократно на прошлых эфирах, и я всегда поднимаю этот вопрос: что для того, чтобы наша власть слышала молодежь, надо было, чтобы были активные представители этой молодежи и во власти, во властных структурах, в советах депутатов, главы э, поселений должны своих заместителей каких-то иметь, и молодежь туда должна идти, которую нужно. Готовить и воспитывать и в правовом плане. И самое главное, надо чтобы они сами хотели это делать. Mm. Желания нет. Вот есть же разные методы, да, способы там день молодого избирателя, как вот да. курс молодого бойца. Может быть, да. нам тоже это нужно? Или у нас это есть вообще вот, как? Я бы сосредоточил внимание вас и аудитории э, на слове день. Один день – это один день. А результат может быть только тогда, когда мы будем заниматься, мы будем все, все наше общество, будем все вместе заниматься стабильно, ну, вовлечением, скажем так, повышением правовой культуры, избирательной культуры. А это можно делать только либо тогда, когда каждый руководитель каждого ну, предприятия, организации проникнется необходимостью этой работы, важностью необходимости этой работы. Или тогда, когда будет создана какая-то ну, целевая структура в рамках общественного движения, либо в рамках даже, может быть, какого-то управленческой структуры. Ну, я не хочу вспоминать разные реакции на слово «комсомол», но, тем не менее, молодежная структура тогда, когда октября это пионера комсомола и дальше уже какие-то люди были, она давала свой результат. Я не берусь обсуждать и не хочу обсуждать плюсы, минусы. Я просто говорю как факт. Самого, самого вот этого отношения к проблеме молодежи. У нас же в большей степени мы довольствуемся тем, что вот он учится, работает и на этом все. Это неправильный подход. Да, я вот просто посмотрела несколько прямых эфиров с вашим участием и поняла, что это действительно проблема, и вы пытаетесь как-то вот достучаться. Да, в Ответа как такового ну, вот нет, я могу даже привести пример буквально вот о, этой осени, что проходила наша Всероссийская конференция по избирательному праву. И я просил, чтобы ну, по, так сказать, по рекомендации, или там, скажем, было такое напоминание со стороны областной избирательной комиссии, и я просил отряда организаций, чтобы как-то представили какие-то там доклады интересные или еще что-то, потому что у нас много интересного материала. Я знаю, что люди между собой разговаривают, есть интересные решения какие-то таких проблем, молодежные, составляющие во всех этих делах. Но вы, с большим трудом мы сумели два доклада туда отправить, но из-за того, что, во-первых, были и задержки и не, и не очень по тематике, и потом как-то все это проигнорировали, наших людей не заслушали, не выслушали, хотя доклады были очень интересные и по факту а, того, как проходили, проходят у нас избирательные вот эти кампании, все выборные кампании. А, но зато я хочу а, выразить глубочайшую признательность и благодарность нашему, ну скажем так, людям, которые организуют работу по школьной олимпиаде по избирательному праву. Ну такое есть, да. Да. У нас в прошлом году наши Ребята завоевали достаточно хорошие, получили результаты. В этом году по результатам прошлого года юноша 9 класса 7 гимназии он будет участвовать в интерактивной прямой такой, ну по компьютеру как современные сейчас mm -hmm. олимпиаде, которая проводит прямую цик в целом в цик это центр повышения квалификации по правовым вопросам. И вот сейчас прошел школьный этап этой олимпиады в школах, и вот в ближайшее время будет уже районный, будем выделять, выбирать, ну, будут они решать задачи, вопросы, правовую подготовку э, на предмет того, кто будет победителем, по потом участвовать в областном конкурсе. Вот для ребят это что да. вообще, что это дает? Для ребят импотов? это дает, ну, во-первых, они быстрее взрослеют по серьезным вопросам. Мы все говорим, Конституция, Конституция, часто в таких выбывательских разговорах ставят пример Конституции Соединенных Штатов Америки, там вот то-то, 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 а у нас наша Конституция, она по глубине и широте э, прав, которые определены э, каждому человеку, она, пожалуй, лучшая в мире. И я это говорю не то, что для красного словца, а потому что я так читал и кое-что сопоставлял. Да, там есть... Особое такое положение, что конституция для зарубежных людей, более их конституция, она более свята, чем для нас. Наша для нас. Потому что мы как-то с легкостью относимся к тому, что у нас есть право, записанное, выражать свою волю в виде прямых-прямых выборов. Mm -hmm. Все многоступенчатые выборы, они, как правило, более... Ну, скажем так, субъективны. А прямые выборы, они более объективны. И вот пример хороших объективных выборов прошел. Или там, ну не выборов, а скажем, даже референдума в Крыму. Вот. вот если бы наша активность постоянно была на всех выборах внутри нашей страны, на муниципальных, на э, субъектовых, на федеральных, такого уровня, я считаю, что мы бы имели, ну не будем говорить слово идеальное, но очень близкую Власть, ту, которая бы нас всех устраивала. Uh -huh. Все-таки возвращаясь к молодежи, а вот это в нашей стране с 18 лет, или, или вообще во всех странах. 18 нет, в разных лет, странах по По-разному. По да. Может быть, рано? 18 лет. Ну, нет. вы знаете, нет, это не нет? рано. Это нормально, это да, правильно. Когда человек раньше почувствует ответственность, он больше может достигнуть результата. Знаете, я вот еще могу сказать такое, что не всегда есть желание это реализовывать. А должны быть какие-то стимулы. Стимулы это прежде всего... Ну, стимулы не определяются и бытовыми условиями, и жизнью, просто обыденной жизнью. Ну, это все очень сложно. Ну, мы чуть-чуть ушли от избирательного права по тематике. Хотя я очень болезненно переживаю и тоже, опять-таки, за то, что вот... Мне бы хотелось, чтобы наша молодежная составляющая контингента избирателей была более, так скажем, активная и в большем количестве, чем сейчас. Вот мы говорили о том, что курс молодого бойца да, день молодого избирателя, а для взрослых, уже таких в немолодых людей, которые принимают участие в выборах. Для них не нужны ли какие-то вот, ну, так сказать, не знаю, курсы или не курсы, ну то есть просветительская какая-то деятельность, потому что, ведь сейчас появляются новые какие-то термины, а далеко не все, особенно тем, кому за уже, да, да. они не понимают, что это такое, что-то ими должно двигать, когда они идут на выборы. Мне кажется, Понимаете? вот эти две части. Вот два вопроса, которые вы задали о молодежи и людях более уже умудренных жизненным опытом, они очень тесно связаны с собой. Если бы мы могли проводить работу, ну не комиссия, мы можем обеспечить помощь правовую какую-то помощь, а вот такая работа, это как раз она должна строиться каким образом. Вот мы готовим активистов, молодежь, участвуем в подготовке их по правовым вопросам, и они уже потом идут, ну, как вот такое слово было, агитаторы, оно сейчас применяется, агитаторы. И вот они знают, может, могли бы, ну, не тимуровцы, это, конечно, так вот на память может у многих людей прийти такое сравнение, нет, а просто общение вот это людей, оно бы обогатило обе стороны. И молодежь, которая бы что-то узнала от людей более опытных жизнью, и м, они бы, молодые люди, уже почувствовали ответственность, что да, вот у меня есть там 5, 10, 15, 20 подопечных людей пожилого возраста, которые должны понимать, как они будут идти, как, что они должны тоже прийти проголосовать. И это их, э, ну, скажем так, продлит им сознательную творческую какую-то жизнь. Угу. Тут, кстати, вопросы начали появляться. Правда ли, что в Ленинский район вернули прямые выборы, и как это скажется на местных жителях? Вот, мне не написали кто ну, это Вопрос, был. я так понимаю, что я думал, что он будет э, задан, потому что, ну, во-первых, очень много было разных публикаций, публикации спорные, публикации выражали точки зрения разных, разные точки зрения, э, групп людей, там сторонников, довольных, недовольных. Но э, выборы, да. Вначале наш район был по закону областному, подписанным губернатором. Мы были отнесены к категории тех районов, где будут выборы, ну, очередные выборы, uh -huh. тогда, скажем, это было бы с 2015 года, из Совета депутатов. Там структура такая была. Uh -huh. Непрямые главы выборы. А, вот. а в результате вот такого... Ну недовольство группы людей были внесены предложения о том, чтобы нам вернули вот выборы прямые. В итоге было, кажется, где-то числа 11 или 15 принято на заседании московской областной думы. Там изменения внесены, изменения этого закон. И в наш район, да, возвращены прямые выборы главы района. Тут же следующий вопрос, когда же они состоятся? Когда же они состоятся? Ну, естественно, это друг за другом вытекают вопросы. Ну, алгоритм такой или порядок такой, что тогда, когда освобождается вакантное место вот выборного, ну, освобождается мандат, так скажем, по избирательному законодательству на выборную должность, то в течение этого, в течение полугода, это касается главы района, глав района угу. муниципальных образований и советов депутатов муниципальных образований. В течение полугода, со дня появления вот этого вакантного места, проводятся досрочные выборы. Вот эти досрочные выборы у нас должны быть, постановление о том, что у нас освободилось это вакантное место, стало вакантным местом, оно датируется 11 ноября. И вот с 11 ноября в течение полугода должны пройти выборы. У нас состоятся выборы. Назначение выборов по закону должно быть не... Выборы должны состояться... Ну, назначение выборов за 80-90 дней до дня голосования. Вот день голосования отчитывается полгода, скажем, до 11 мая, да, получается. 9 месяцев, 90 дней, 3 месяца, 80-90 дней откидываются назад, и вот до этого времени должны быть назначены выборы. Если не назначает их Совет депутатов, там предусмотрено законодательством последующие этапы действия. Но я думаю, что все это состоится в установленные законом сроке. Здесь нет предметов для, вот скажем, тогда у для обсуждения. Вас работа закипит. Ну, знаете, она, в принципе, любая работа всегда должна быть подготовлена. Мы имеем наработки уже определенные, и выйдет постановление Совета депутатов, если будет, когда будут объявлены выборы, мы готовы проводить их так, как положено. Mm -hmm. Закон четко прописывает все шаги. И всегда наша задача в том, что в этом есть и хорошее, что шаги прописаны по четким дням, а есть и плохое. То есть у нас нет уже ни выходных, Комиссии, у комиссии. И нет э, праздников, независимо. Там идет по числу дней. Вот день такой-то, там на таком-то дне вставляется календарный план. Я тоже об этом неоднократно говорила, говорю. Попадает это на 8 марта. Значит, 8 марта мы будем что-то делать. Поэтому 8 марта у нас Это так, же да. такое может быть. да, конечно, быть, так может. и было неоднократно у нас. Понятно. А вот, знаете, я так думаю, что. А вот эта тема, вообще сегодняшний наш разговор, достаточно она такая объемная, да, можно говорить, говорить очень много. Вот а, вам бы самому что хотелось донести до телезрителей, до избирателей? До избирателей? Да. Ну, у меня, как говорят, может быть, один пунктик или что-то такое. Не хочу говорить такую несколько резкую пословицу и не буду, наверное. Я просто хочу сказать, что тогда, когда мы предъявляем претензии к любому виду власти, к исполнительной, к законодательной, надо прежде всего поставить перед собой вопрос, а все ли я сделал для того, чтобы эта власть или представители этой власти отражали мои интересы. А это делается самым-самым простым способом нужно приходить, голосовать, вести активный образ жизни и не забывать о том, что да, мы доверяем э, части людей, которые становятся вот на эту ступеньку выше, но мы не снимаем с них ответственности за исполнение этой работы. Вот это такое доверие э, с последующим контролем деятельности. Вот на мой взгляд, я бы только хотел, чтобы в нашем районе это развивалось, укреплялось. И чтобы мы стали образцом для всей области. Uh -huh. А как вот с теми людьми, которые говорят, я не верю, что среди кандидатов есть достойные, они пойдут на выборы. Ну, вы знаете, вере, вот не верю. Этом... это такое, такое отношение. Это, причем я... это пожилые в основном. Я просто не раз слышала вот сама это. Я тоже знаю. Я поэтому и говорю, что нужно вести вот такую работу. Ну, не работу, работа это слово здесь не очень уместное. Нужно доносить, доводить до людей, убеждать их о том, что они не правы. Если да. человек не приходит голосовать, его мнение никак не учитывается. Никак. И когда он говорит, я не прихожу голосовать, потому что мне не нравятся кандидаты, предложите других кандидатов. Сейчас законодательство пошло во многом. Раньше оно было вот за вот эти почти 15 лет моей работы, ну, почти 12 лет моей работы, больше, чем 12 лет работы. Законодательство очень существенно изменено в пользу избирателей в пользу кандидатов, которые, если раньше было много формальных признаков, которые не позволяли там, ну, ряду людей по каким-то показателям, по каким-то условиям участвовать mm -hmm. кандидатам, то сейчас открыты возможности для практически всех категорий людей, всех взглядов, всех убеждений, всякого ну, скажем, исполнения, методов работы для всего, но это Должно быть доведено до каждого из нас, и мы каждый должны увидеть, пропустить, как через СИТО увидеть, через рентгеновский аппарат правду он говорит или неправду. Будет он потом исполнять то, что обещает, или не будет. Вот вы говорите, 12 лет, да, уже да. работаете. С 13, с 3 -го года. В этой области. А раньше был пункт против всех, потом его убрали, да? Да, из... На ну, ваш взгляд, это правильно? Так и должно было быть? <laughs> На тот момент, может быть, когда убрали, было правильно. А сейчас я считаю, что он должен быть введен. Это из-за чего? Из-за того, что это будет показатель такой... Ну, это тоже спорный вопрос. Я частное мнение в данном случае. Сейчас нет избирательной кампании, поэтому я просто могу выразить свое частное мнение вот из опыта работы. Потому что он в какой-то степени отражает, ну, скажем, Уровень подготовки, уровень зрелости аудитории к выборам. Если он голосует против всех, значит аудитория не очень подготовлена. И люди, которые пришли во власть, они тоже не хотят прийти во власть, быть избранными, они тоже не устраивают большинство людей. Но если тогда, когда подносят вот этот, этот эту графу как сам факт против вообще выборов, это я с этим не могу согласиться. Нужно просто анализировать, почему возникло, там, скажем, насыщение вот этой строки против всех. Против всех это не надо, не надо этим не выражать отторжение от выборов, а надо выражать отторжение от тех лиц, которые представлены на наш выбор. А вообще такие вот изменения часто происходят. И, например, вот к следующим выборам уже что-то такое возможно какое-то изменение. Да, я думаю, что вот наша госдума она работает в этом направлении, и там анализируется, и мы по каждым выборам мы даем свои какие-то предложения, замечания, они анализируются, обобщаются в области, мы в областную комиссию подаем, областная комиссия подает туда в ЦИК, ЦИК есть целая структура, которая центральная избирательная комиссия Центр исследовательской научной научно-исследовательской, который анализирует эти моменты и да, дают предложение по изменению избирательного законодательства. Потому что, ну, вот видите, вернули графу э, досрочного голосования. Не графу, а статус. Э, статья это даже вот я записал себе, это 59-я статья нашего э, Московского областного закона. Досрочное голосование. Да, потому что, хотя и немного, но это все-таки это уважение к каждому человеку. Uh -huh. То есть вы как бы всегда согласны с теми изменениями? Не, вы... со всеми. Не, не со всеми. Почему я тоже не со всеми? Но ну, есть такие, я не хочу как примеры приводить, чтобы не было Это Не все. Но я как человек могу сказать, а вот как организатор я могу ну, подчеркнуть такое, что чем толще становится закон, чем больше он расширяется, тем менее он маневренен, потому что если бы какие-то нормы были прописаны более общими словами, без каких-то частностей, то тогда это позволяет ну, более свободно проводить выборы и организовывать их. А, то, а тогда, когда есть какие-то ограничивающие моменты, какие-то факторы, вот я против таких излишней детализации разных положений, потому что это... Вот был такой этап, когда это приводило к абсурдным к принятию абсурдных решений. А mm -hmm. не сделать это мы не могли. И очень много было судебных разбирательств, которые показывали при всей, ну, скажем, неприемлемости для конечного результата каких-то действий. Либо это кандидата снимали, либо наоборот кого-то восстанавливали. Это не, не, не было хорошего. Ну, на ошибках-то. Да, конечно. Но самое главное мне бы хотелось, чтобы это слышали. И будущие кандидаты, кто будет идти в любые, захочет идти в любые на, ступени власти. Кстати, вот мы начали с того, что а, год заканчивается, а впереди Новый год. Да. Какие у вас планы? У нас несколько минуточек буквально осталось. Уже так быстро время Да, Мне кажется, минутки у вас осталось. часы неправильно. У нас правильно часы. С какими планами вступаете в Новый год, с какими с каким настроением и что бы пожелали, и ну, кандидатам вы только что пожелали, да? да, вот избирателям. Ну, избирателям я хочу всегда пожелать только одно, чтобы не теряли свое лицо тогда, когда они смотрят бюллетень и вот за кого, где, как голосуют. Потому что вот эти вот измышления, когда вот меня там заставили или еще что-то, это все не так. Можно говорить, убеждать человека, но человек тогда, когда остается один на один своей совестью-избирательным бюллетенем, он сам принимает решение. Только он. Вот он в тот момент принимает решение. Если он принимает то или другое, для этого были какие-то обоснования. Так вот, я хочу пожелать всем, во-первых, в новом году у нас больше не будет эфира здесь, у нас один сэкономился, он еще был, должен был один быть. Я всем хочу пожелать в наступающем году, во-первых, ну, исполнение самого заветного желания, это чтобы у каждого из нас здоровье, да, потому что только тогда, когда будет здоровье и физическое здоровье, и психологическое, и здоровье такое, знаете, вот душевное спокойствие, вот. А если возникают какие-то выборы, которые, в которых мы все вместе будем участвовать, относиться к этому спокойно, с пониманием и вести достойное, такой делать достойный выбор. Еще раз с праздником всех наступающим. Мы вам тоже желаем здоровья, энергии, всему вашему коллективу и чтобы выборы проходили у нас правильно, четко, организованно, как это всегда, в общем-то, и бывает. Да. Я... Мы а будем мы... стараться. Да, да, мы прощаемся с вами. Да. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание. Всего вам самого доброго. Еще раз спасибо, до свидания.